Девчат, всем огромный привет! Сегодня снимаю для вас видео с Wildberries. Почему для вас? Потому что сегодня будет видео для девочек. Здесь будет все для нас, для нашей красоты и не только. Поэтому, да, оставайтесь. Сегодня будет очень много всего интересного. И косметика, и много-много всего. Итак, начнем, наверное, с такой единственной не косметической покупочки. Это Барби. Я думаю, что все знают, что я собираю Барби, и поэтому, естественно, я себе периодически что-то покупаю, что-то мне дарят. Вот. И купила себе вот такой вот. Это вот новая коллекция. Смотрите, очень красивая куколка. Прям, не знаю, для меня это такое эстетическое удовольствие, если честно. Покажу вам просто, как это выглядит, что здесь вообще есть. Специально не распаковывала ради вас. Очень красивая куколка. И мне она очень-очень понравилась. Все ссылочки, конечно же, я оставлю. Если вы тоже любите Барби, то можете себе заказать. Если любят Барби ваши малышки, ваши доченьки, то обязательно обратите на эту Барби внимание. И она была по очень хорошей цене. Вот, так что это у нас номер один. Дальше покупка очень классная, которую я безумно полюбила. Вам покажу. Это патчи. Патчи я приобретаю постоянно. Хочу вам показать именно эту марку патчи. Нашла я ее по очень приемлемой цене, но купила себе, не знаю, пачек, наверное, 5. Потому что была акция, я себе купила их впрок. Запоминайте марку. Могу сказать, что очень классные патчи. Их отличие от всех остальных в том, что у них внутри очень много жидкости. Поэтому патчи не высохнут, но все-таки не забывайте, что баночку лучше использовать в течение месяца, да, то есть, в принципе, такой баночки хватает на месяц, если пользоваться каждый день один раз, да, то есть здесь 60 патчей, на каждое применение нам нужно 2 патча, да, поэтому здесь ровно на 30 дней. Если вы патчами пользуетесь через день, то вам хватит на 2 месяца. Больше 2 месяцев не стоит держать вот эти баночки, потому что у них, в принципе, срок годности в открытом состоянии всегда считается 2 месяца. То есть неважно, что пишут на упаковке, вы знаете, что больше 2 месяцев патчи держать не стоит. Почему? Потому что все-таки жидкость начинает уходить. Здесь огромное количество жидкости, патчи сами прозрачные. Мне очень понравилась эта марка. Еще раз вам показываю ее. Очень-очень классные, патчи классные. Так что рекомендую вам эти патчики. Дальше. Пойдем, наверное, по косметике. Вот такой вот замечательный продукт от Essence. И купила я его тоже здесь на Wildberries. Давали также в подарок, если покупаете эту палетку, в подарок дают маску. Поэтому я прикрепляю ссылку именно с подарком, потому что там есть на сайте просто эта палетка без подарка по такой же цене. Поэтому очень приятно, когда можно купить такую классную палетку по хорошей цене, дешевле, чем в магазине, плюс еще получить тканевую маску в подарок. Вот такая палетка от Essence. Это палетка хайлайтеров. Называется она Choose Your Glow. 18 грамм здесь. И посмотрите, какая это красота. Это просто что-то нереальное. Это очень-очень красивая палетка. Сейчас вам обязательно сделаю сводч и просто посмотрите, как это красиво. Палетки, я бы сказала, что 2 хороших хайлайтера. Вот, вот эти 2 первых. И последний все-таки бронзер, который можно наносить на скулы, когда вы очень-очень загорелые на отдыхе. Сейчас я вам покажу сводч, и вы все посмотрите. Также последний оттенок мне нравится наносить в складочку немножко века. Видите, он такой коричневый. Немножечко затемнять, придавать чуть-чуть такого света. Очень красиво смотрится. Смотрите, как они выглядят. Вот этот посерединке золотой просто потрясающий. Вот видите, первый такой, немного с розовиночкой идет. Очень естественный, подойдет на каждый день. Дальше такой вообще с такой золотиночкой уже идет, а не с розовинкой. Видите, первый розовый, второй золотинка и второй уже такой бронза пошла. Третий, точнее, бронзовый, видите? То есть бронзовый он уже такой, именно подойдет только на загар. Вообще безумно красивая палетка. Еще раз вам ее покажу. Даже не думайте, заказывать или нет. Ее нужно однозначно заказывать. Это очень-очень красиво. За такие деньги это просто, можно сказать, практически бесплатно. Очень достойное качество. Мне понравилось. Хорошая сама по себе палетка. Качество, цена, все просто супер. И не забывайте, что при покупке вот этой палеточки вы получаете вот такую вот масочку тканевую в подарок. Так что это была супер-пупер покупка. Я очень осталась довольна.
Прям вообще, честно говоря, очень-очень. Поэтому вам рекомендую. Я всегда рекомендую только то, что мне действительно нравится. Никакой рекламы в этом нет. Тем более, Wildberries никому не платит за рекламу. Итак, дальше. Очень классная косметичка с косметикой продается на Wildberries по очень крутой скидке. Вот стоимость этой косметички $10. И в ней находится целых 4 продукта плюс косметичка. Стоимость вот такой одной косметички у нас в магазине, где продается косметика Essence, составляет $4. А за $10 у нас можно купить один продукт Essence и одну такую косметичку. Здесь вы получаете за $10 и косметичку, и 4 продукта. Какие, я вам сейчас все покажу. Во-первых, сама по себе косметичка очень классная. Она сделана как будто, знаете, из такой вот... У нее тканевая основа, и как будто наверху такая, знаете, как бумажка такая мятая. То есть ее очень круто носить с собой вообще везде, потому что если она вдруг запачкается, вы ее очень легко вот так вот можно вытереть влажными салфетками, да, и она будет в отличном состоянии. Сейчас вам начну показывать состав этой косметички. Просто супер набор. Вот там есть такой набор с тенями. Он стоит немного дороже, не $10, по-моему, 15. И есть вот такой набор за $10. Смотрите, сколько там косметики. Значит, первое, что там есть, это вот такая вот пудра. Это прозрачная абсолютная пудра, фиксирующая, которой мы закрепляем макияж. Открою, покажу вам, чтобы вы понимали, что это за пудрочка вообще. Вот такая пудра со спонжем. Спонжи достаем, и здесь у нас вот такая обычная фиксирующая белая пудра. То есть она прозрачная, она не будет белой смотреться на лице, она будет просто у нас прозрачная. Вот такая прозрачная пудра идет. Дальше у нас идет вот такой тональный крем. Будьте внимательны, берите набор с 10-м кремом. Видите, написано 10. Это оттенок Light, и он подходит абсолютно всем. Вот такой легкий тональный крем, который не сильно, знаете, что-то замаскировывает. Он не как замазка, он такой легкий тональный крем на ежедневную основу. Мне понравился. Он идет на такой водной основе, и поэтому довольно-таки хорошо ложится. Так, дальше. В наборе есть праймер под тональный крем. Такой вот праймер обычный. Тоже на гелевой текстуре идет у нас. И последний продукт, они иногда кладут фиксирующий спрей, тоже из этой коллекции. А некоторым приходит вот такая вот тушь для ресниц, обычная тушь для ресниц компании Essence. Вот такой вот набор из 4 продуктов плюс косметичка всего лишь за $10. Это очень выгодная цена. И за такую цену вы получаете целых вот 4 продукта от Essence. Я считаю, что это очень выгодно. Этими продуктами можно пользоваться на ежедневную основу, да, то есть праймер, тональный крем, фиксирующая пудра и тушь. Это классное предложение, которым вам нужно обязательно воспользоваться. Я не могу сказать, что я хотела обязательно купить этот набор, но просто по такой цене он реально стоит своих денег. Поэтому обращайте внимание. И последний продукт, который будет сегодня у нас в этом обзоре, это очень классный ночной крем, которым я пользовалась в Турции и который я нашла, слава богу, на Wildberries. Там уже остатки, поэтому разбирайте, если вам интересен этот крем. Это американская марка, и такой крем я пробовала в Турции, покупала в Турции, пользовалась им там. И хотела купить себе домой, но, к сожалению, он уже закончился там, и его вообще не было. И вдруг, по счастливой случайности, я нашла его на Wildberries. Очень классная упаковка вот такая. Она сделана из стекла. Вот эта вот часть сделана из стекла. И она такая очень увесистая. Это увлажняющий крем с розой, с экстрактом розы. Здесь 45 грамм. И это ночной крем. У них там в линейке была и сыворотка с розой, и дневной, и ночной крем. Но на Wildberries остался только ночной крем. Я его взяла, потому что это действительно крутой крем. Стоил он 35 белорусских рублей. Где-то сколько это? 16-17 долларов? Что-то такое, наверное, да? Чуть меньше, чуть меньше. Хороший крем. Он реально очень хороший крем. Он хорошо увлажняет, питает кожу ночью. Сейчас я вам его открою.
Вот так вот выглядит крем в упаковочке. Он имеет такой нежно-нежно-розовый цвет, очень приятный. Также очень приятный запах, такой нежной розы, ненавязчивый абсолютно. Потому что я, когда навязчивый запах розы, я не люблю его ощущать на себе. Очень приятная нежная текстура, которая очень хорошо увлажняет кожу. После нанесения этого крема вам будет очень приятно, и вашей коже будет очень хорошо. Поэтому обращайте, пожалуйста, свое внимание. Вот. Ссылочки обязательно все будут внизу. Вот так вот я себя немножко порадовала. Да, на самом деле я всегда бросаю себе в корзину какие-то продукты, акции, еще что-то. А потом, когда уже накапливается, я уже тогда приобретаю. Вот, так что такие покупки у меня сегодня были. Пишите в комментариях обязательно, что больше всего из этого обзора, из этих покупок вам понравилось и что бы вы купили себе. И если вы что-то приобретете или уже приобретали из этого обзора, то, пожалуйста, напишите нам в комментариях ваши отзывы. Может быть, у вас тоже что-то есть из косметики Essence, тоже, может быть, это палетка, патчи. Вот. Пишите, буду очень рада обратной связи. Всего хорошего и пока-пока, до новых встреч!